доброго времени суток! Вы на канале Вязание не только. Меня зовут Алена. И сегодня я предлагаю вам экспресс-мастер-класс вот по этой модели. Это туника, как я назвала ее, лимонная, за счет цвета пряжи, связана универсальной моделью. На эту модель у меня ушло 10 мотков. Я ношу размер 44-46, по-разному. Что мне лично нравится в этой модели? Почему я выбрала эту модель? Во-первых, она универсальная, эта модель. Во-вторых, она вяжется очень легко и просто. Как вы видите, да? Все прямо, без всяких выточек, проем и так далее. Связана эта модель со спущенным плечом или спущенный рукав, можно так назвать. А также я еще включила в эту модель вот такой капюшон. Сзади у меня идет центральный узор, так же, как и впереди. Сбоку сетка, которая комбинируется с рукавом. И также идет комбинация этого узора, сетка, потом на капюшоне. Еще раз говорю, чем мне понравилась эта модель. Во-первых, она универсальная. Ее можно одеть и с джинсами, и с брюками, с шортами, с бриджами. Также можно в осенний прохладный день одеть эту тунику, например, с тонкой водолазкой, к примеру, просто наверх. Так как фигура у меня, ну, скажем так, нестандартная, у меня широкие бедра и узкая талия, эта модель позволяет все это скрыть. И выглядит очень спортивно, молодежно и в то же время тоже модно. Я все данные, все расчеты по моему размеру, по этой модели дам в моем мастер-классе. Вы можете эту модель изменить, как вам позволит ваша фантазия, изменить расчеты на ваш размер. А также, если вы захотите что-то в модели изменить, тоже пожалуйста. Я, например, связалась коротким рукавом, потому что все-таки это хлопок, и я ее собираюсь, эту модель, носить и уже одевала пару раз летом. Поэтому я для себя связала так. Вы, конечно, можете связать эту модель иначе. Я буду очень рада, если вам понравится мой мастер-класс. Я также буду рада, если вы свяжете по моему мастер-классу вот такую красивую тунику. И буду вам, конечно, благодарна, если вы вышлете мне фотографии ваших работ, так как мне было бы тоже очень интересно посмотреть. Теперь скажу немного отдельно о капюшоне. Вязала я капюшон от горловины. Мне это потом в мастер-классе все объясню. У меня связан капюшон сеткой. Я вот здесь в начале капюшона не делала никакую планку, никакую отделку. Почему? Во-первых, пряжа мягкая, это хлопок. Сетка сама по себе, она тоже такой узор эластичный. И мне это нравится. Почему? Я, например, могу варьировать этот капюшон. Я могу здесь с самого начала слегка подвернуть эту сетку и одеть капюшон, и он тогда смотрится на голове более плотно, более прилегающе. Или наоборот, я хочу капюшон немножко сбросить, к примеру, да, чтобы он свисал. Тогда я эту сетку открываю и могу его слегка вот так капюшон спустить, и он тогда немножко свисает, да? То есть вариантов много, как говорится, на все вкусы. Вяжите с удовольствием. Эта модель очень простая, свяжет ее и справится с этой работой и с этими схемами даже новичок. Я даю полные расчеты, я даю полную информацию. Если вдруг в своем мастер-классе я что-то упустила, или, допустим, я что-то сказала, что кому-то было непонятно, если у вас какие-то вопросы по этой модели, пожалуйста, задавайте мне вопросы, пишите, пожалуйста, ваши вопросы, ваши отзывы в комментариях. Я постараюсь на все ваши вопросы ответить и все вам объяснить, если я где-то что-то упустила или объяснила, возможно, не так понятно для вас, как бы вам хотелось. Поэтому вяжите со мной эту тунику, буду очень рада. Спасибо вам за внимание. Желаю вам приятного просмотра. И теперь для вас мой мастер-класс. Вяжите вместе со мной.
уже видели эту тунику на фотографиях и на видео, как она выглядит. Теперь я хочу дать вам полный расчет по этому изделию, по этой тунике. Все, как было связано у меня. Вы можете свои расчеты изменить на другой размер. Вы можете добавить больше образцов или увеличить в ширину вашу сетку. Это уже на ваше усмотрение. Итак. Спицы номер 5, размер 44-46, подойдет расчет петель и на 48 размер, потому что сама по себе туника, она довольно широкая, просторная, так что расчеты вполне подойдут и на 48 размер. Пряжа Катя. Производство Испания. У меня ушло 10 мотков на это изделие. Это значит 500 грамм. В 50 граммах здесь 65 метров. Нитка сама по себе довольно плотная. Поэтому такой небольшой метраж. Вот пряжа Катя. Сама по себе ниточка. Она состоит из, вот как вы видите, да, из трех вот таких вот шнурочков. Сейчас я попытаюсь приблизить. Из трех вот таких шнурочков, скрученных между собой. Несмотря на то, что пряжа довольно плотная, но она все равно очень мягкая. Мне из нее вязать очень понравилось. Качество меня вполне устраивает. И у меня еще осталось, изначально было 20 мотков, у меня еще 10 мотков этой пряжи осталось. Как вы видите, по бокам у меня идет сетка, и в середине у меня идет узор. В середине у меня три раппорта. Вот это один раппорт, второй и третий. Если вы вяжете на другой размер, вы можете увеличить количество раппортов или увеличить количество петель на сетке. Это на ваше усмотрение. Значит, образец включает в себя 13 петель. Я потом все объясню по образцу. Образец включает в себя 13 петель, 3 раза, 39 петель у меня в середине и 16 петель сетка по бокам. Здесь 16 петель с одной стороны, с правой, и 16 петель с другой стороны. В общем, на изделие я набрала 73 петли. Это получается 39 середина, 16 и 16 с двух сторон, 32, то есть 71 петля и 2 кромочные, 73 петли. Сетка по бокам. Первый ряд вы вяжете 2 вместе лицевые, 1 накид, и так до конца ряда. Второй ряд изнаночный по узору. Третий ряд вы вяжете наоборот, начинаете 1 накид и 2 вместе лицевые, так на протяжении всего ряда. То есть вы первый и третий ряд все время между собой чередуете. На высоте 44 сантиметра от начала работы, это у меня получилось 8 раппортов в высоту, я разделила изделие на две части. Вот здесь я разделила изделие на две части, и потом уже каждую сторону я вязала отдельно. Еще в высоту я провязала 2 раппорта, и далее для закрытия горловины я закрыла с каждой стороны по 6 петель. С одной стороны 6 петель и с другой стороны 6 петель я закрыла. Вот я разделила изделие, закрыла 6 петель здесь, закрыла 6 петель здесь, и потом с каждой стороны закрыла еще по 2 петли 4 раза, и с этой стороны по 2 петли 4 раза. Итого у меня на плече осталось 20 петель и 2 кромочные, то есть плечо у меня 22 петли. Всего вверх до плеча получается 11 раппортов. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Далее спинку я вязала точно так же, как переднюю часть, без всяких изменений. Я не делала никакого закрытия на горловину, никаких убавок, ничего. Провязала 11 раппортов вверх. И потом плечи, здесь 22 петли, я шила трикотажным швом петля в петлю, чтобы не было никакого шва. Вот у меня петля в петлю. Вы не обязательно должны делать так, как сделала я. Вы можете сделать иначе, как вам удобно. Если вы привыкли сшивать иглой, сшивайте иглой. Если привыкли сшивать крючком, сшивайте крючком. Я сделала так. И сыпку, как я делаю это сшивание,
сразу со спиц я дам под видео. Дальше я сшила по бокам изделие, но не до самого конца, набрала петли на рукав, 40 петель у меня и 2 кромочные, то есть 42 петли, с одной стороны 21 и с другой стороны 21, получилось 42 петли на рукав. Рукав я набирала в каждую петлю, боковую я делала петлю, потому что узор сам по себе, он такой довольно воздушный, и сетка она эластичная, поэтому в каждую петлю по одной петли было достаточно. Рукав, значит, я померила рукав, получается рукав ширину 19 сантиметров и в длину 20 сантиметров. Последние 4 или 5 рядов я сделала лицевой кладью, потом они вот так подвернулись у меня после увлажнения и получилась как отделка такая, да. Далее, теперь давайте разберем отдельно, как я вязала капюшон. Как я уже сказала и рассказала все полностью о том, как я вязала переднюю часть, также я сказала, что я вязала спинку совершенно ровно, без убавления, без округления горловины. Почему? Я сейчас объясню. Это связано с капюшоном. То есть у меня спинка связана совершенно ровным полотном, снизу до самого верху. После этого я, естественно, подшила плечи, пришила переднюю часть к спинке и другое плечо сделала точно так же. И здесь из этих петель я сразу набрала полую резинку. То есть полую резинку я после того, как сшила переднюю часть и спинку, я набрала полностью по горловине, петля в петлю, петли. После этого я провязала, вот как вы видите, 2 сантиметра полой резинкой. И я поэтому не делала здесь никаких убавок или закруглений для горловины, потому что это очень хорошо, когда нет капюшона, когда вы, допустим, оформляете горловину и вяжете, там, допустим, резинку или какую-то отделку, да, тогда это все красиво прилегает на спинке и все хорошо. Если бы я сделала здесь, к примеру, углубление, тогда у меня капюшон вот именно в этом месте, когда бы я его одевала, он бы у меня или свисал вниз, или если я, допустим, затягиваю шнурок на горловине, то значит он у меня будет подтягиваться и тянуться здесь. То есть мне не будет хватать именно этой высоты, да? За счет этого я именно для капюшона здесь на спинке не делала никаких убавок, никаких закруглений для горловины. Вязала просто прямым полотном. Далее я по горловине набрала на спицы, у меня получилось 80 петель. Провязала 2 сантиметра полой резинкой для того, чтобы потом сюда одеть вот такой шнурок. Шнурок я вязала крючком номер 5, брала просто в 2 нити, в 2 сложения нити и связала вот такой шнурок, потом его булавкой продела. Если вы хотите использовать какой-то другой шнур, пожалуйста. Если вы не хотите здесь вязать полую резинку, то вы можете сразу начать с набора петель вязать сеткой. Я провязала полой резинкой, затем я вязала сеткой. Вот посмотрите, значит, капюшон я вязала вот так, вот прямо, вот по горловине набраны вот все петли, провязала полой резинкой. И дальше вверх я вязала капюшон просто ровно сеткой. Я связала в высоту 25 сантиметров. После этого я разделила это изделие, ну как бы на 2 части. У меня получилось на одной спице 40 петель и на другой спице 40 петель. И далее я начала первую петлю пришивать с последней трикотажным швом петля в петлю. И так я подшивала с самого начала и до самого конца. Все. И у меня на капюшоне шва нет. То есть капюшон, вот сам капюшон, я вязала вот так вверх, а потом я его просто сложила и вот здесь вверху
я его сшила. Вы можете сделать иначе. Если вы хотите капюшон связать отдельно, потом его пришить, вам так удобней, пожалуйста, сделайте так. Или вы можете, если вам удобнее так, вы не хотите здесь, допустим, сшивать, чтобы здесь не было вот таких лицевых петель. Ну, хотя мне это не мешает, я наоборот рада, что здесь нет шва. Вы можете просто только половину петель по горловине набрать, провязать все сеткой, тогда не 25 получится, а 25 и еще 25, 50. И только потом здесь уже конец вашего капюшона подшить, и тогда у вас получится шов сзади, да? То есть вы можете связать так, как удобно вам. Я просто вам показываю и рассказываю, как связала я. Возможно, вам будет полезна эта информация, и вы захотите связать точно так же, как это сделала я. Мне, например, нравится, что здесь нет шва на капюшоне, сзади тоже нет шва. Меня это устроило. И я хотела здесь сделать полую резинку именно в горловине. Почему? Потому что, как вы видите, сам капюшон по краю я не оформляла. То есть у меня осталось полотно эластичное, такое же, как было. Я не делала здесь ни планку, я не делала никакую обвязку крючком, ничего. Я не собиралась шнур именно вдевать сюда. Я именно хотела вдеть шнур по горловине. Вы можете сделать так, как удобно вам. Вот так я связала капюшон на этой тунике. Как я уже сказала, значит, высоту у меня 25 сантиметров. Возможно, у вас будут другие расчеты. 80 петель у меня капюшон. Рукава я тоже уже сказала, как я вязала. Если вы будете увеличивать эту модель на другой размер, то, соответственно, вы, конечно, тогда и увеличите рукав. Ширину, допустим, не 42 петли у вас будет, а, к примеру, 50 или более. Это уже на ваш размер и на ваше усмотрение. Также, что хочу еще добавить, по-моему, я упустила. Когда вы будете разделять изделия на две части, переднюю часть. Для горловины надо разделить на две части. И здесь получается нечетное количество петель. Одна петля серединная, с одной стороны 36 петель и с другой стороны 36 петель. И вот эта изнаночная петелька, она получается в середине. Я просто ее провязала с одной стороны 2 вместе, да? И тогда я вышла на ровное количество петель. У меня с одной стороны 36 петель и с другой стороны 36 петель. Ширина изделия полностью 52 сантиметра, длина изделия 62 сантиметра. Это без капюшона, длина до плеча 62 сантиметра. Если эти мерки подходят вам по вашему размеру, прекрасно. Если нет, вы можете изменить изначально ваши мерки за счет того, что вы увеличите количество рапортов или увеличите количество петель на сетке. То есть это будет на ваше усмотрение. Теперь я хочу с вами разобрать этот узор, эту схему, которая у меня на тунике в середине. Вот так выглядит этот узор. Вяжется он несложно. Я уже подготовила вот небольшой образец и хочу вам все объяснить. Изначально образец состоит из 13 петель. Вот эти накиды, они не считаются. Накиды считаются только в том случае, если рядом 2 вместе петли. Здесь нету нигде, ни с одной стороны, ни с другой стороны, петли 2 вместе. Значит, накид не считается. Узор вяжется 10 рядов вверх, вяжется и в лицевом, также в изнаночном ряду. Сначала вы вяжете 4 лицевые, 1 изнаночная, потом вы делаете накид, лицевая изнаночная, лицевая накид, опять 1 изнаночная и 4 лицевые. Как вы видите, эти пустые клетки, они тоже значения не имеют. Вот пустая клеточка ничего не означает. Потом идет 1 лицевая, поперечная 1 изнаночная, затем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе с лицевой с наклоном вправо и еще 2 раза с двух сторон перехлесты 2 на 2, 2 на 2 петли, нужно поменять местами. Один раз вправо, один раз влево. Как вы видите, здесь с наклоном влево, здесь вправо. Я связала уже
образец до пятого ряда. Как вы видите, здесь никаких изменений нет, и в лицевом, и в изнаночном ряду все вяжется по узору. Не забывайте в каждом ряду делать один накид в лицевом, в изнаночном, лицевом, изнаночном. И в пятом ряду у вас получается 5 лицевых, 1 изнаночная, 5 лицевых. Здесь 4 петли вы должны поменять местами. В пятом ряду вы делаете перехлест. Здесь 2 петли идут влево, а здесь 2 петли вправо. И потом вверху начинается уже убавки. Вот по 2 петли. И сейчас я покажу, как нужно сделать убавки, чтобы у вас с лицевой стороны получались вот такие ровные дорожки в обе стороны. Так как здесь рисунок вяжется и в изнаночном, и в лицевом ряду, я покажу, как нужно местами поменять петли, чтобы получались красивые кверху дорожки. Итак, как я уже сказала, до пятого ряда вы можете провязать самостоятельно, ничего сложного в этом узоре нету. Пятый ряд и шестой ряд вяжутся без изменений, без прибавок, без убавлений. И вот в седьмом лицевом ряду начинаются уже убавки. Сейчас я начну вязать с седьмого ряда. Вот у меня на спице сейчас больше петель, не 13. 13 было в самом начале. За счет теперь накидов, которые прибавились, у меня прибавилось с одной стороны 4 петли и с другой стороны 4 петли. То есть сейчас у меня на спице не 13 петель, а 21 петля. Но изначально было 13. Теперь я перехожу в седьмой ряд. И начинаю делать убавление. Сначала я провязываю 4 петли лицевые, 1 изнаночная, 2 вместе с наклоном влево, 3 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, меняем петлю. Получается 2 вместе с наклоном вправо, 1 изнаночная. И далее 4 лицевые. Да, все до этого ряда я провязала по схеме. И вот сделала перехлесты. И здесь были прибавки. Теперь в изнаночном ряду я точно так же должна сделать убавки. Изнаночный ряд, 8 ряд. Также 2 вместе провязываются, 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 вместе. 1 лицевая и 4 изнаночные. Итак, 4 изнаночные. Теперь я должна сделать 2 вместе. Я провязываю лицевую и 2 вместе изнаночные, не меняя местами. Я провязываю первые 2 изнаночные вместе нормально. За счет этого они у меня также уходят с этой стороны в эту сторону. Дальше я вяжу еще 2 изнаночные, лицевая, еще 2 изнаночные. И здесь я должна провязать 2 изнаночные вместе. Но так как с этой стороны уходят петли сюда, мне нужно эти 2 изнаночные поменять местами за работой последняя петля. Это будет идти перед работой, а это за работой. Да? Вы видели, как я поменяла петли. То есть вот 2 изнаночные петли последние, вот эти, которые я должна сейчас провязать. Вот они здесь уже. То есть я уже иду в конце ряда. И эти 2 петли я меняю местами. Я беру последнюю петлю и снимаю ее первую. Я ставлю на последнее место, а последнюю на первую. Но не перед работой, а за работой. Теперь я их провязываю изнаночной петлей в изнаночном ряду. И в этой, на лицевой стороне у меня получается правильная дорожка. То есть вот в изнаночном ряду первые 2 петли я провязала нормально, а последние 2 петли я поменяла местами.
но поменяла местами не так, как в лицевом ряду. В лицевом ряду я меняла петлю наверх. Здесь я, наоборот, ее поменяла вниз, чтобы с этой стороны у нас продолжалась ровная дорожка в этом месте. Да? Я покажу еще раз. Сейчас идет 9 ряд. 4 лицевые. Изнаночная, 2 вместе лицевые с наклоном влево, я провязываю их нормально, 1 изнаночная, здесь 2 вместе с наклоном вправо, поэтому я меняю петлю, последняя у меня идет перед работой наверх, я провязываю 2 вместе лицевые, у меня получается ровная дорожка. Дальше я вяжу также по узору без изменений. Теперь я опять перехожу в последний 10 ряд. И здесь я опять должна провязать эти 2 петли вместе и эти 2 петли вместе. Да? Вот мы видим, сначала узор расширяется, а потом он сужается кверху. Поэтому я провязываю точно так же 2 петли вместе, но уже в изнаночном ряду изнаночными. Опять первые 2 петли я провязываю нормально, без изменений. Последние 2 петли я должна провязать иначе. Я последнюю петлю в изнаночном ряду ставлю на первое место, первую на последнюю, но меняю петлю за работой. Провязываю, лицевую и опять 4 изнаночными. И вот посмотрите, пожалуйста, что получается. Вот я провязала полностью весь образец. 10 ряд, изнаночный ряд. Да? Здесь идут убавления, и получается на этом месте, как здесь в самом начале, изначально 1 лицевая петля. И потом узор опять начинает повторяться с первого ряда. То есть вы до 5 ряда делаете прибавки, потом 5-6 ряд вяжется без изменений, не забываем делать перехлесты, и начиная с 7 ряда начинается убавление в обоих рядах с каждой стороны, вы это делаете, не забывайте, да? И теперь у вас опять же на спице получается 13 петель, как должно быть изначально для этого рапорта по этой схеме, да? Вот 1 кромочная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 1 кромочная. То есть все эти накиды, которые вы прибавили, вы их затем также убавили. То есть никакого расширения или сужения в самом узоре нету. У вас все равно узор в конечном итоге получается ровный. Ваше полотно будет ровным, да? Потом, естественно, после стирки все это красиво выравнивается, все петельки красиво выравниваются. Единственное, не забывайте, как я уже сказала, и в лицевом, в изнаночном ряду делать убавки, как я уже показала, как менять петлю я показала. И я думаю, что вы справитесь со всем этим самостоятельно, без труда. Это узор довольно простой. Ничего в этом, в этой схеме, в этом узоре сложного нету. Как я уже сказала, спицы номер 5, ширина изделия, я уже тоже говорила, 52 сантиметра, длина изделия до плеча 62 сантиметра, капюшон у меня 25 сантиметров в высоту, и рукав в длину 20 сантиметров, в ширину 19 сантиметров. Здесь у меня по схеме взято 3 рапорта и 16 петель, и 16 петель на сетку с каждой стороны. Вы можете все расчеты на ваш размер изменить по вашему желанию. Я желаю вам вдохновения, хорошего настроения, новых идей. Желаю вам, чтобы работа спорилась. Если вы свяжете такую тунику по моему мастер-классу, я буду очень рада, если вы мне вышлете фотографии вашей работы. Мне будет очень интересно посмотреть на вашу работу. Желаю вам всего самого-самого наилучшего. Оставайтесь со мной.
До новых встреч! С вами была я, Алена.